Всем привет, вы снова слышите Алексея Халецкого, и снова у нас в эфире Норсгард, Ворон, опять я за Ворона, карта, кстати, тоже Норсгард, сложность высокая, и это ФФА на шестерых. Меня Челлини в Дискорд зовет, то есть будет... Говорит, надо тимплеиться против всех. Здорово. Раз, меня слышно. Ну, в общем, если ты что-то говоришь, то тебя не слышно. Так. Ну, традиционно исследуем тут все. Два оленя, два ворона, медведь и коза. Все, по-моему, камень по рейтингу, только челлини у нас железо. Так, волк. О, тут никакого прохода вообще нету. Сюда сбегаем, значит. Эту территорию колонизируем. Три места. Так, место. Вот теперь слышу, здорово. Здорово, просто у меня гарнитура нахрен сломалась, и приходится так играть. Печаль. Через колонку и телефон. Прикольно. Чё не спишь? Ну, не знаю, что-то... Нету времени поиграть, что-то захотел поиграть. Но мы не будем тимплеиться. Мы должны биться за победу. Понятное дело. Так, у меня в соседях черный медведь. Вон в базе я вижу. Так, сейчас я хочу открыть сначала территорию, потом буду руинки исследовать. Чё, как старт? Нормально. Есть... Кораблекрушение. Уже приятно. Давайте сюда сбегаем. Тут у нас... Так, один волк, два волка. И тут волки. Да, вот эту территорию быстрее забирать, потому что тут гоблины бегают. Классический для ворона перешеек какой-то. Так, ну давайте, наверное, кораблик. Блин, тут два волка. Вот это, конечно, тут... Вот это, конечно, хотелось бы быстрее забрать. Так что надо сейчас исследовать руины, делать воинов и забирать. Я, наверное, воинов тут сделаю. Ну, лагерь. Тут волки. Вот эти пять волков надо зачистить. Причем, в первую очередь, вот этих... Что славу даст. О, тут центр карты, блин. Так, давайте-ка, блин. Сейчас в новом Норсгарде... Две территории с четырьмя волками. Класс. Вот бы ты волком был, да? Надо бы, конечно, двоих отправить, но сейчас возле всех патчей в Норсгарде, если ты отменяешь исследование руин, то тебе придется это заново делать. Поэтому я, пожалуй... Вот это центр карты Хотя... Потому что это не центр карты. Это может быть этот... Просто какое-то место с каким-то... С какой-то способностью... Блин, это не центр карты. Наверное, зря я пошел. Ладно, надо исследовать в любом случае. Раз уже отправил. Фиг с ним. Потом я еще и туда исследую. И пойду... Так, а овец нету, да? О, уже волк прибежал. Нам сначала надо деньги отсюда получить. А, все-таки вот где центр. Ну ладно, я исследую уже эту территорию. Так, этого скаута еще сюда отправлю. Тут двоих давайте... Воинов и будем зачищать сейчас здесь.
Так, ну давайте, наверное. О, там уже черный медведь лупит. Нет, он суисидит. Да, видите, как я и говорил. Сейчас придется территории за еду колонизировать из-за того, что эти 4 волка, эти 8 волков, они прям на соседних областях, и сейчас они просто меня за это забьют до смерти. Классно. Скорее бы. Не то слово. Так, это забираем сразу. Тут у нас йоту на ними мешаться не будут. Тут можно пока не ставить башни. Давайте, наверное, зачистим. Я думаю, что мне должно хватить двоих. Отлично. А вот тут, по-моему, не хватит. Так, разведчиков возвращаем на этого одного. Так, 60, да, забираем территорию. И строим тут гавань, тут оленей. Блин, хватит мне, интересно, вот этих двух раненых, вот этого одного волка завалить. Прям даже... самому интересно. Ну, один раз ударит меня. Стоп. Нет, мне не хватит. Не должно хватить. Да. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Блин, ну надо, значит... Мне не хочется больше воинов, на самом деле, делать. Это трата денег. К сожалению. Буквально одного удара не хватило волку. Поэтому мне надо тут добыть... железо и пойти. Так, мне надо где-то дом еще поставить. Так, в поход. Тут добываем. Так, сюда еще одного лесоруба. Тут переговоры. И начинаем железо добывать. Так, два лесоруба. Мне еще надо где-то добычу дерева разместить. Наверное, тут и поставлю еще. Блин, тут три волка, не очень приятно. Уже могут набегать периодически. Надо вот этого волка быстрее, конечно, но я пока не могу, пока... Блин, денег нету как-то. Мне бы вообще на самом деле гавань вместо... Не, ну дерево тоже надо. Еды мне хватит, я думаю, на зиму. Блин, надо было гавань все-таки, а не лесорубов. Слушай, а центр карты кто открыл, ты не увидел? Зеленый. Зеленый. Адмирал Бен Бой. Ты где? Ну, я между зеленым и красным. А, то есть где-то на 7 часов, да? Ну я тоже... А, с зеленым. Наоборот, значит, на 5 часов. На 5 часов где-то ты. Не, подожди. Я вот только красного вижу на самом деле. То есть я не знаю, где зеленый. Красный поэтому... твой сосед получается? Нет, красный внизу. Я просто вижу, что он граничит с центром карты. Я вот тоже. Мой сосед черный.
блин, что-то минус 12 прям. Так, давайте мы вот так сделаем. Так, этого я волка добью даже зимой просто. Ну, просто чтобы они уже не набегал мне. И сейчас я сделаю вот этим раненого воином летом. Пойду его солью. Блин, я хочу здесь додобывать, конечно, блин, но целый месяц нет. Надо посылать. К сожалению, не хватает у меня. И даже этого еще... Сколько сейчас? Наверное, минус один сейчас будет. Поедем, минус три, блин. Нехорошо. Минус один, так. Придется немного просто слить дерево. Просто потратил в начале, чтобы его почистить. Круто. Хороший старт. Ну, мне вот эту и эту территорию забрать и прям зашибись начало. Жалко, вот еда мне только еще рыба всего лишь. Я пока не буду забирать, мне надо два... Хотя у меня будут монеты. Но... Проход к красному у меня такой жесткий, там это вообще никак не пройти, походу. Там только вот через центр можно пройти. Так. О, я нашел тебя. Ты, походу, прям надо мной. Да. Фига себе, ты шустер. Так, наверное, сначала берсерком идем. Это просто рандом такой великий. Сразу нашел тебя. Да. Ну, я, наверное, просто воина сейчас солью на кого-нибудь тут, вон, на медведя того же. Эти на меня нападать не будут, медведи тоже не будут. Так что эту территорию надо будет забрать, поставить тут башню, вообще живи себе. Слушай, на этой же карте нету эльфов или есть? Я ж что-то забыл там, что ж да после патчей. Как оно тут работает? Не, есть, есть. Есть? О, блин. Да. Так, ну... Или забрать эту... Ладно, заберу территорию. Ну, надо мне деньги копить на что-нибудь, не надо. Так, 4 лесорубы, 4 морехода. Две. Так, теперь мне надо все дерево на склады апаться, пока... Мне надо сейчас быстрее еду набрать соточку, сделать праздник и получить тана. Для этого мне нужны склады. Пять. А, знаете что, давайте даже мы по-другому сделаем вот так, на славу. И вот у нас сейчас будет... Это, наверное, быстрее будет, чем еду копить. Ну, нету смысла пока добывать камень, повторюсь, без плотничьего дела, я не буду апаться. Так, давайте дособираем железо, наверное. Тут буквально 4 штуки, 3 штуки осталось.
Сейчас наберем 200, и я переключусь обратно на науку. Ну, как зеленый ломанул по славе. Так, добыли. Железо это можно убирать и тут ставить гавань. Ну, потому что это я сейчас буду получать счастье. Меня тут спрашивали в комментариях в прошлом видео, зачем строить гавань, которая бы стояла просто без, без моряков. Потому что гавань для ворона после принятия диковинных товаров дает счастье. А апнутая гавань — два счастья. Счастье — это жители дополнительные. Так, на эти, наверное, территории начинаем исследовать. Поставлю тут сейчас на добычу камня, и остальное дерево буду на башни тратить. Надо тут мне три башни поставить, чтобы вообще уже спокойно себя чувствовать. Чтобы никакие набеги меня не беспокоили. Я немножко подотстал станом. Вот эту, конечно, территорию хотелось бы забрать, но две павшие валькирии очень тяжело атаковать. Там нужно хотя бы 4 воина. Наверное, и тремя можно с завоевателем взятым. Я как раз, я 8 камней наберу и как раз плотничье дело возьму. Зашибись. О, теперь меня от медведя еще и гоблины защищают. Два медведя, гоблин. Так, можно, наверное, так будет на синем сосредоточиться. Вот на этой территории действительно. Нет, сейчас подожду для апа пока. Тем не менее, надо тут башню поставить, потому что будут могут гоблины периодически набегать на эту территорию. Так, и мне надо где-то лекарей. А лекарь я, наверное, вот в этом поставлю, когда камень соберу. Павшие мореходы, конечно, не очень приятно. Но их всего двое будет на высокой сложности. Так что терпимо. Нежелательно добычу дерева апнуть, потому что у меня нету леса на территории. У меня 7 территорий, да, взято? О, да. Начало со мной торговые отношения. Везука тебе. Добрососедские отношения. Да, просто йотуны далеко для него, он, наверное, их хрен найдет вообще-то. И слава богу. Ну да, Фуфа, кстати, ну это, по-моему, казачья вообще, ну, клан, после того, как можно так построить два загона, это такое себе стало. Тебе нужно брать кучу преданий, чтобы взять вот этот вот работягу, чтобы посадить 8 овец. Да. Тебе нужно верхнюю ветку закрыть. Так, мне надо сейчас одну гавань апнуть. И, в принципе, я себя буду чувствовать отлично уже.
Блин, чё все алтарь канунгов строят? Тут стратегия хорошая. Чё началось? Чё, для всех кланов? И мне тоже надо построить? Ну типа да, раньше это было как... Не очень круто, а сейчас нормально. О, я тоже вижу твои игры. Вот у тебя тут тоже хорошее место. Блин. Че ты там в гейзере делаешь? Ну это ж читерство. Ну что, зачем ты бегаешь от драугров? Ну а чем мне еще делать? 4 драугра мочить? Ну тебе просто повезло, что тут нету этого метателя копья. Да. Ну, у меня соседи жесткие, они сейчас как-то на меня придут вдвоем, в 20 воинов. Да, не придут. Уже все камни, тут ты тут один железо. Кто к тебе придет? Блин, смотрите, вот эта территория закрыта йотунами. Туда не пройти, кроме как не... Да нет, трое, ничего так, себе. Так, операция по уничтожению драугров временно. Ладно, придется всех юнитов сюда отправить. Топоры. Так, готово тут. Так, апнуто. Слишком много раненых. Так, мне нужны лекари. Тут еще 10, блин. Блин, я сейчас в минус пойду из-за этого. Много раненых. Так, надо тогда самого раненого, вот эту, давайте мы, пожалуй, засуицидим. Минус 11 еды, нормально, вытерпим. Минус 9, нету. Так, ну должны. Так это хорошо, что зеленый олень что-то занимается какой-то. Он уже меня разведает, он в другом конце карты, но меня разведает. Очень боится тебя, видимо. Ну он, вон, видишь, у него больше всех слав, он как бы понимает, что ему надо за оленя делать, как мне кажется. Всем по славе только, по-моему, побеждать. Все кланы на славу заточены. Не знаю, так. Я люблю за ворона воевать. По славе это просто, знаешь, когда в конце уже, типа, там осталось. Ну да. Сам меня раздражают вороны, которые в торговую идут. Это прям просто, знаешь, такой... Капитан очевидность такой. Ну, торговая победа, но это если вот соседи ничего не делают, то да, норм. Блин, мне бы еще кузнецов, да, наверное, надо поставить кузницу и поработать в ней молоточком.
Сейчас уже камень добудут. И здесь надо будет лекарей ставить. О. Так, 60 дерева. Так, надо, наверное, сейчас сначала лекаря поставлю, а потом надо будет апнуть лесорубов. Кузнецы, морехода и охотника давайте. А лекаря сначала вот себя. Ну, нам надо уменьшить количество раненых. Это до 3. Так, потом этого. Все, видите, плюс 1 стало. Нет, давайте сначала лесорубов. И я... Кого я хотела? А, лесорубов как раз и хотела апнуть. Медленно дерево набирается. Так, и пойдем, наверное, вот сюда камень добывать. Опа, я тут кузницу, блин. Да, тут что-то я кузницу... Я что-то тупо сделал. Так, ладно, тогда давайте этих лесорубов уберем. Убираем дом лесоруба, тут я затупил. Опять же, те, кто пишут, что типа за ворона надо использовать его способность развивать области. Это очень дорого, 100 монет. Вам вначале эти деньги нужны на тот случай, если на вас нападать будут, иначе вы проиграете. Поэтому в начале игры... Старайтесь все-таки не тратить так бездумно деньги. Сто монет — это очень дорого. Это когда у вас там реально там, ну, хотя тысяч, больше тысячи хотя бы есть, и вы уверены, что на вас никто сейчас нападать не будет. Только тогда имеет смысл тратить. Ну а что тут, ничего их не отправить в ученые. Почему бы и нет? Так, наверное, улучшу уже дом и улучшу гавань. То есть у меня должно хватить счастья до 24 жителей. Ну и камень у меня добывается, в принципе. Видите, плюс 1 стало. Мне надо 3 жителей. 22, и каждая еще улучшенная гавань по одному жителю. Считайте, мне до 24 счастья есть. Отлично. Работаем. Фига себе, ты уже набил завоевателя. Это на этих драуграх, что ли? Да, у меня тут война с красным. А, у тебя война, ну, так, с красным? Он меня рыпается, да. Так, а эльфы есть тут вообще? Ты находил их? Нет. Так, может, все-таки их нету тут? Ну, должны быть, да? Их может не быть, но... А что, подерусь, не хочу, чтобы он мне ломал башню долго.
Так, давайте, наверное... Чё, тут рост населения, да? Пожалуй, мне важнее улучшить лесорубов и лекарей. Так, апаем гавань. В гавань. О, блин, у меня мало дерева. Так что мы сейчас ничего не строим пока. Блин, мало дерева. Не, ну я наберу 200. Может, слушайте, давайте, наверное, пир. Давайте пир, чтобы дерево побольше. Хотя бы 200, но эти 200 может не хватить. Но, на красного напали, и он такой: не, ребята, я пошел. Кто? А, эльфы, да, все-таки есть эльфы, да. Пошел дефаться. Красавчик просто. Ну, не везука. Блин, может апнуть все-таки скаутов, пойти исследовать зимой. Я нашел кобальтов. Я думаю, мне хватит дерева. Давайте попробуем. Еды так мне точно хватит. Вопрос только с деревом. Напал, и сейчас начнет торговать со мной едой. Ну что это? Может, он как бы любит тебя как врага. Просто у вас с тем, у кого у вас плохие отношения, у вас меньше торговли идет, у вас вы меньше получаете денег. То есть он испортил как бы отношения с оранжевым, считается, и только со временем восстановится. Может, он тупо никого не видит больше, кроме тебя, что сделать? Да, он на территории видит и вот торги. Блин, а может не хватит все-таки дерева? Да не хватит, ладно. Че тут? Минус 300 хиды, это четко, да? Что минус 300? Минус 30 хиды. А, минус 30, да, четко. Тебя больше? Нет. Сейчас заболеем из-за дерева. Вот из-за дерева я могу заболеть, да. С едой это у меня как раз норм. О, скибиди папа, реликвия. Три драугра, вы что, издеваетесь там, а? Чё эта фигня делает? Это холод этот нападает, да? Не, хватит, нормально. Всё нормально. Да, холод. Морозит. Холодильничек легкий. О, что-то минус у меня.
Не должно же быть. А, я не апнула. Да, я гавань одну не апнул. Черт, ну ладно, сейчас у меня быстро дерево соберется. Давай, не заболейте, не заболейте. Один заболел. Давай, ну. Вообще-то от счастья появилось. Так, надо тут дома, дом строить. Так, нет, два можно исследовать. А там синий на защиту. Ну тут, короче, синий с зеленым, видимо, славу хотят победять. Ну, у синего будут с этим большие проблемы, я хочу сказать. У него тут с территории не очень. Но вот зеленый его, наверное, может вынести. Вот меня что беспокоит. Зеленый... Ну, как бы тут я могу немножко помочь. Поставлю тут башню. Не помешает. Никогда не помешает. Апгрейдить я что-нибудь хочу? Пока нет. Можно будет дома апнуть какой-нибудь. Так, сколько тут еще камня? Ну, и вроде мореходы, да, мореходы все исследовали. Так, горняки готовы добывать железо. Вот надо опять ставить лесорубов, потому что пока маловато у меня дерева. И давайте, наверное... Наверное, сразу один дом уже... Здесь будет война между оленями, а не между нами. Ну, посмотрим. Я уже практически всю территорию вижу. Это, кстати, классно, что тут разрастаются гоблины. Они, наверное, больше всего черному мешают. Я тут свою территорию... Ну, вот это мне надо забирать. Для этого мне нужны... военные лагеря. Так, давайте, наверное, станем ярлом. Так, одного сделаем обратно, надо военные лагеря построить. А, башенки построил на побережье. Может мне на эту вот, где у тебя кораблекрушение было, рейд отправить? Или вот тут, где у тебя, смотри, где у тебя вот этот гейзер. Я думаю, тебе не нужен же, наверное, эта клетка. Явно ж лишняя. Ну я хочу, но ладно. Деньги важнее. Тимплей все-таки. Ну
Но чуть по дереву. В нормальной игре, если бы мы не сидели в Дискорде, то, конечно, я бы отправил ворону вот сюда, потому что он не может защитить эту клетку, тем более от рейда. И они тут, ну, то есть ему придется довольно много. Точнее, он может защитить, он будет, и он ее отобьет, но это потребует довольно больших усилий. Это неприятно. А клетка приятная, она два счастья дает, меньше потребления дерева, то есть сопернику ее отдавать не хочется. Конечно, у меня тут два появятся, и тут один. Давайте вот тут будем отбиваться. Этого одного убьет башня и так. Давайте я тоже тут башню построю пока. Не здесь. А почему на краю надо строить? Потому что тогда высаживающиеся рейдеры атакуют башню, а не жители, которые на этой территории есть. Просто защититься на будущее, когда-нибудь Ачелине будет на меня нападать, если мы будем продолжать тут. Так чё? Я переживу зиму, и следующим этим надо будет эту территорию защищать и забирать. Так, пора реликвию ковать. Как зеленого зажимают, он будет сейчас кого-то сносить стопудово. Да. Либо на тебя пойдет, либо на синего. На синего пошел. Уже забирает одну территорию. Ну там, правда, у синего не было башни. Так, синий делают. Да, походу они сейчас будут друг с дружкой воевать. Ей! А мы чилим, да? Как обычно. Ну да. А чё тут? Приятно, когда за тебя соседа выносят. О, короче, синий пошёл... Ой, синий... Синий отморозок вообще. Он просто всеми своими жителями пошел на него нападать. Ты чё, да, синий как-то. Не по-синему вообще. Да, ну... Во-первых, свет мой забрал. Всё, берсерка нету, жителей всех нету, зашибись. Понятно все. Просто пятью метателями. Тут еще красный прибежал. Красный, смотри. Ну. Просто замес века. Самая важная клетка на карте, прикинь. А не знаю, чем синий пошел всех жителей слил такой. Лес с двумя недостроенными бараками. Вот это. И смотри, сейчас он потеряет территорию. А, не потеряет. Так, а где бы мне поставить реликвию, если я ее выкурю? Я, наверное, вот здесь улучшу. Вот тут я как раз разовью область, потому что мне надо где-то так ставить, чтобы реликвия была защищена. Тут, конечно, всего две, но далековато. Так, у меня, значит, 10. Тут можно идти выносить, я заберу эту область, и можно синего выносить, потому что, судя по его войне с зеленым, он так себе воитель. То, что он тут вот утворил сейчас. Зачем-то пошел, слил юнитов. Так, давайте отремонтирую башенку на всякий пожарный. Знаете что, я вот тут улучшу область, поставлю дом. Погибло. Так, надо доисследовать всю территорию, в общем-то. Надо побыстрее они это вот сделать. Эта чеканка, конечно, за ворона, но, блин, приходится брать сейчас 5 преданий просто в нижней ветке, чтобы хоть что-то было. А лучше даже 6 взять в нижней ветке. Да.
Ну да. Зеленый решил синего вынести, походу. Зимой прямо. Но они ну, оба... А синий что-то он страдает, что-то какой-то фигней полный. Да, не успею я синего вынести. Его быстрее зеленый вынесет. Да. Все, и он сдался. Да. Да. Ну, спасибо, у меня теперь соседа нету. Ой, все жесткий какой мишка. Ой, в пизду, сейчас сделаю воинов. Не ругайся. Да блин, ну потому что бесит этот зеленый. Снес, пошел на меня. Еще и на тебя напал. Да, все, меня напал, пошел. Бычара. Пошел драться. Нужен ли мне мудрец? Давайте думать. Ну, вообще нужен, я хочу быстрее открыть улучшенное снаряжение. Хочу вот этих. Может, тогда сразу йотунов попытаться завалить. Ну, мне тут вообще как бы изи на самом деле. Все. Там зеленый. О боже, каким-то количеством там на него побежал. 13. Блин, жалко, вы деретесь как раз, где меня не видно. Я вижу, там силуэтами тусят. А кто кого? В каких позах вообще не видно. А, судя по тому, что зеленый отступил, ты его, да? Ух ты, у него целых 3 воина осталось. Найс. Метатели посасывают немножко. Только против воинов. Чисто. Да. Ну что, пойдем, наверное, уже этих попробуем завалить. Интересно, я смогу 4? Просто вот интересно. 1, 2, 3, 4. Просто не хочется много золота сейчас пока тратить. Мне не надо это. Вау, кровавая баня. Поехали. +10 у метателей, это жесть. Класс. Это что, за счет славы такой этот плюс? Ну да, походу я минус. Фига себе, зеленый там. Ладно, сейчас я прибегу с другой стороны. У вас же тимплей. Я, правда, не буду большую армию делать, но погадю.
У него тут башня. Хрена себе. Ну, я, наверное... Ладно, легендарных героев возьму. Так, вон он бежит ко мне. Отступаем. Так, тут надо башню поставить. И переключить гавани на славу. Отстал он от тебя? Сейчас еще прибежит. Ну, нам его еще выносить надо, он как бы лидер по славе. Метатели йотунов там распытают. О, а у него... С армией. А у него нету башен. Ну, не, они распытают этих йотунов. Надо вместе с армией как-то. У меня просто вся голда кончилась. Да, быстро. А он хорош микроконтроль, кстати. Ну да. Сейчас я запущу. Ну я потерял тут берсерка. Но и область у него забрал. Так, надо бы нам лекаря улучшить. Ты можешь наемников одновременно с, ну, на другую территорию поставить? Могу. Так, надо бы доисследовать территорию, конечно. Почему я пишу, что ты не занятый? Странно. Бедный зеленый, у него уже тут немножко с армией не очень. Так, я думаю, что с деревом у меня как раз дофига уже. Красный просто на чили. Просто вот просто тупо на чили. Овца.
Да, вообще ни к чему не стремится такой. Может, его там, кстати, Мишка грызет? У него на самом деле и армии мало, типа. У него 8 всего лимита. Хотя нет, 10 уже. Ну, как бы... У меня больше. Блин, зеленый уже завоевателя, главное, до золота прокачал, норм. Вообще хорош. Так, мне надо вот этот камень добыть. Тысяча славы. Хорош, хорош. Так, вообще мне надо тоже уже отправить. И сюда тоже славу набивать. Так. О, что-то там мутит, смотри, красное что-то мутит. Где? Красная армия собирает. А-а-а. Сейчас будет война. Я овец тоже с собой взял, смотри. Он овец как пушечное мясо вперед себя запустит. Не, красный молодец, сейчас пойдет, армию все сойдет. Вопрос об... О, об зеленого? О! О, чувак, видишь, чили-то понимает. Зеленый, наверное, сидит такой, горит уже, блин, хера все на меня нападают, такой, что за фигня вообще? Mm-hmm. Башню поломал, убежал. Блин, ну фига я сейчас наемник тогда направился, наступает. Ну я тогда тоже кину, ладно. Ну, наемники это, типа, это слив. Может, ты что-нибудь прибежишь они чем-нибудь? Они как саппорта, а не как вот именно... Ну да, они, конечно, как саппорт. А, он на меня пошел. А, красавчик просто. Ну, не получилось с зеленым, теперь с тобой надо. Какой тупица просто. Ой, блин. Ай, долбаные гоблины. О, а тут уже зачистил. Блин, может мне... Черным разобраться, что тут вообще у черного? Раз, два, у него пять. У него пять? А, ну он. А, стоп, у него прокачан хранитель на два. То есть он сможет армию большую сделать. Ну, то есть он получает армию еще количество юнитов от башен. Три. 4-5 башен. Ну, блин. Так, мне последнюю территорию осталось открыть. Короче, надо йотунов зачищать мне и вот этих волков тоже. Потом уже думать... Потому что здесь мне надо будет поставить алтарь канунгов. Заодно и
прокачаю силы свои. Так, сколько у меня тут? 1500. Ну, давайте, наверное, всех 11. Я думаю, мне этого хватит. О. О, наша эпоха у нас началась, да? Да. Блин, еще нигде железо не добыть на берегах. Не, а медведь сколько копит уже армии? Он там что делает? Там сейчас 40 щитоносцев прибегут на кого-то? Да нет, он в защиту поставил, и у него тут... У него только два военных лагеря. Он по мудрости пошел, смотри. Ну, пускай. Удачи ему в этом. Блин, надо отсюда нападать. Спас одного. Все. Разведчики готовы. У тебя и до славы недалеко осталось. Да? Зеленый опасен. А я напишу GG Yellow. Подстава. Линию-то нужно кучу еды копить. А тут это лоб, да. Раз-два и все. У меня еще тоже 3 территории. Вообще у меня, наверное... Нет, там деньги, там 335, 400 и 425, это 800. У меня 1000 с чем-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин. Я сейчас потеряю все свои гавани, ё-моё, я... Пропустил вот эту хрень. Остался. Что? Алтарь остался. Кому? Тебе, получается. У меня денег нет. Ну, хорошо, он черного пока атакует. Теперь мою. Ну слушай, ну ты даешь. Ну блин, а что поделать? Тут ГГ, походу. Да нет. Денег нет, я же тебе говорю. Зато еды хоть жопой жуй. Почему еды-то? Откуда? Я еще не успел эти гавани отрубить из-за кракена. Видишь, горят. Давай башню падай, башня падай, падай. Нет. Упала. А,
Бэр, атак Йеллоу. Ты к пиву обращаешься? Да, к пиву. А зеленый чинешник хочет пойдет на меня. Ну, он как-то не нравится, ты ему не нравишься как-то. Удачи. В смысле, в каком бою? Что это такое? Улучшенное снаряжение. 10 плюс 5, ну. Деньги закончились, пока они там на меня нападали, представляете? Все понятно с вами, дорогие друзья. Он решил дурачка. Блин, я не могу одну башню улучшить. Мне пишет, нельзя улучшить в бою, хотя у меня нету тут никакой битвы в этом, на этой клетке. Чё за подстава? Слава. Слава. Ну и сюда давайте славу. Да в пизду я отойду лучше. О, у меня на меня черный напал. Я проспал немного его нападения. Да, ну вот теперь. Короче, зеленый выиграет. Ну да. Он реликвию спасибо сказал, тебе. Челини, собственно, ты мне... Не, я не знал, что красный сейчас пойдет на тебя. Типа, если бы красный сейчас пошел по-нормальному, типа... Ну, как надо, типа, для баланса. Такой. А, ну, метательный танчик будет. Красный вообще, по-моему, не понимает, что в игре происходит. Он не углубляет вообще, блин. Надо сейчас просто душить зеленого, а он... Такой, кто я, где я? Кто эти люди со мной в игре? Ой, что-то я рыбаков не туда. И лекарей не туда. Хорошо он контролит. Зеленый, да. Там вообще и Мишка по науке может. Меня просто убивают. Ну, я тебе ничем не могу помочь, я потратил все деньги на армию, чтобы отбиться от этих двух дебилов. Просто все территории я просрал. У меня 16 атака. Не, ну это...
Ну, мне надо на него нападать тут. О, о, эти побежали ко мне, здорово. Ну, то есть это просто... Я очки сейчас набью тут. Конечно, хочу зиму дождаться, конца зимы, я нападу на медведя. Ей, сейчас лесопилку лучше разберем. Так, а где армия зеленого? У меня стоит. А, вижу. Зашел в эту игру. Почили. Давай, заходи на козу. Я? Не-не-не. А коза просто воевода бьет. Ой, 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 рад. Ну, нормально. Меня это устраивает. Побежит ко мне. Блин, что-то это больно вообще-то. Да сволочь, остановись ты. Да, блин. Короче, нахер тебе. Все, он меня достал. Я тебе говорю, сейчас Мишка победит наукой в итоге. Он мне уже всю армию вынес своим этим фигнёй этой. Надо как-то к красному написать. А как? А красный-то тоже чем занимается? Ничем. Красный овощ. Так, мне уже тут слава не нужна. Кровь наполнила рот, вот и все, приплыли. О, откуда?
Мне сейчас зеленый победит славу. Не, реально, Челин, я проиграл из-за тебя. Я побеждал Слава, если бы ты не начал вот это вот. Ну, блин, я рассчитывал, что зеленого, ну, как-то застопим, а в итоге получилось, что... Блин, полный. Все, меня уже Мишка выносит. Спасибо. Меня тоже. Вот так вот играешь с Челине, он ему помогает, чтобы его не вынесли. Да он тебя не вынесет. Почему? У меня денег нет. У тебя улучшенная башня, там, куча поселян, там, ты по-любому отобьешься, а вот я уже все. Класс. Еще гоблины выделываются. Это ГГ. Да. Можешь рейд мне на мейн поставить? У меня денег нету, какой рейд? Зеленый хороший игрок. Лучше, чем я. А красный просто пятью метателями стоит и ничего не делает. И смотрит, пока когда на него придут столько же метателей. Так тебе и надо. Рано начинается вот эта вот война, вот это вот юнитами вот этими маленьким количеством, то все это ГГ. Может, надо было реально в метателя идти. Ну, что там, одна... А не понял, он тебе... А, это у него этот, который дает... А, то есть он, наверное, сейчас к красному придет, просто заберет его территорию или кому тут. Ну, да, просто да. Территорию забирает, понятно. Зашибись. У него-то это изи, да. Как... Ты понимаешь, вот если бы ты не прибежал... Может... Нет, я тебе просто объясню, если бы ты не прибежал своими юнитами на меня и не отправил ко мне йотунов, я побеждал. И все, мне оставалось просто три территории забрать. Ну да, надо было так делать. Я просто думал как-то продолжить. Так ты мало того, что прижал, ты еще и сагрил этих на меня нападать. Не, я думал, вдруг сейчас, типа, у меня будет шанс на победу. Класс. Если вот все ослабятся. Ну, не вышло. Медведь чилит. Медведь все чилит. У всех, блин, медведь меня почти вынес. Что значит чилит? Ну, мало сделал. Мало сделал, понятно. А что надо было еще сделать? Я не понимаю. То, ну, в смысле, что мог, то либо меня вынести, либо красного. Что он еще мог больше сделать? Ну, в итоге он ничего не сделал. Просто сейчас выиграет олень. Но он не дал мне выиграть из-за тебя. Олень переводит в еду. Олень в еду переводит чуваков. Ну, ему одна территория, я так понимаю, осталась. Вообще. А мне опять все те же... Мне уже 4 надо области. 4 области, денег нету.
Просто 5 баллов. Ну да, ГГ. Ну, вообще, конечно, бы... Все? А, да, он забирает. Ну, зеленый, конечно, он всех вынес, всех... Он видишь, молодец. У меня, ну, по голде было, ну, она быстро набиралась, особенно вот уже в конце там, но все время все тратилось просто в ноль. Ну, вон, посмотри, вот у меня, видишь, было почти 2000. И да. В этот момент, это, сука, 804 год, да? И в этот момент... Да. Где тут? А у медведя, смотри, у него было просто голды куча в запасе, он просто воинов мало сделал. Да? Так у него было мало воинов, потому что у него не было военных лагерей, он типа воинов делал, исходя из количества башен. То есть, ну, вот эта вот хрень, которая замерзайка, это, конечно, неприятная штука. Да. Ну, олень красавчик. Хотя как мало? Синий, подожди, у медведя было 16. Просто... 16 юнитов, что мало-то? 16 юнитов? Не, мне больше всего, ну, баланс именно изменил просто синий. Он как бы... Он просто взял и откинулся, не сопротивляясь ничего. Просто всех юнитов обитателей убил и все. Ну да, это какая-то странная была суицид. Анна, спасибо за игру. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!